Йоу. Короче, сейчас подожду, пока набирается определенное количество людей. Не знаю, сколько это будет, но... Як сложно вставать по утрам. Привет всем. Хорошо. Вроде бы хорошо. Не хочу жаловаться, потому что проснулся таки. Сейчас будем делать розыгрыш, йоу. Вы же забыли? Да, результаты розыгрыша будут сейчас. Отдыхаю. Кот. Йоу, кот. Проснулся рано, потому что сейчас будет розыгрыш гивэвэя, поэтому так рано проснулся. Сергей, привет, офигенный. В общем, давайте так, чтобы сохранить всю трансляцию и меньше было воды, я разыграю, а потом когда-нибудь поговорим в следующий раз в какой-то другой трансляции. Йоу, окей, поехали. Короче. Заходим мы на страничку розыгрыш. Так. Копируем. Вставляем ссылку сюда. Йоу. Количество упоминаний. Друзей. 3. Аккаунт. Количество победителей. Короче, я проверял цей сайт. Тут, типа, написано таки 10 победителей. Если вы бачите. А потом в следующей такой же самой штуке сделают 3. Вы поняли? Договорились? Поехали. Короче, тут все просто, тут даже не надо ничего крутить. Нажимаешь выбрать победителя. И все. Итак, вот победители. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Готово. Итак, я оставлю эту ссылочку для себя. И опять напишу цей сайт и разыграю еще для троих. Все хорошо. Подождите, еще не поздравляете, еще рано. Сейчас еще для троих, потому что я пообещал для 13, а разыграл таки для 10. Поэтому подождите еще. Если бы ночью не лагало. Эх, не повезло. Алло, 13 человек должно будет, но подождите. Чего так спешите? То розіграємо. Білети на фан-встречу розіграємо. Є дома, ти знаєш. Привіт, привіт. Я хорошо, спасибо. Саша, не умничай. Могла тоже купить, если что. Левая рука, правая рука, кольцо на левой руке. Вопросы? Блин, ну что надо заходить? Сейчас. Я сейчас придумаю, как это сделать. Дай телефон.
Короче, я на всякий случай пофоткаю победителей. И цей. И на цьому ж саме ссылки розіграю. А ви поки подождіть. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Короче, заново. Це десятка победителей, яких ви бачили. Новий конкурс. Новий конкурс. А, окей. Упоминання друзей. Ссылка ось цього опять показую. Три, два, один, поехали. Йоу. Ось 13 людей, хто виграв. Я зараз опять їх пофоткаю. В общем, я придумав, що якщо у когось із людей із цієї 13-ки не вийде прийти на фан-встречу, не вийде приїхати в Київ, це буде завтра, напоминаю, то я зроблю вечором іще одну трансляцію і розіграю то кількість білетів, яке залишилось, і ті люди, які не зможуть прийти. Вот такое вот. І зараз сторі скину, типу, 13-ку людей, хто виграв білетик. Поэтому давайте до встречи, побачимося, до нових фан-встреч. Надіюсь, уже будете в следующий раз на мої приходити фан-встречі, а не от нового каналу, тому що це діч. Я такого не говорю. Все, побачимося, поїхали. Йоу.